Играем с командой Липецк с Шор номер 12. Только вперед, ребята, давайте. Итак, 31 марта, 23 год. Турнир в Туле, первый игровой день, вторая игра. Первую проиграли, Заря Железногорск 1-0. Сейчас играем с Шор номер 12, город Липецк. Двигаемся, двигаемся, мужики! О, давай, 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 давай! Голову поднял! Молодцы! Пересвет, давай, дави! Давай, 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 ребят, давай! Гол поднял! Сразу, сразу, Миша! Хорош, Галин. Молодцы, молодцы, блин, свет, вперед! Ой, пошли, сбегай, сбегай, смотри! Вертюков, до конца, дави, 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 куда он с него уходит! Не спеши! Ну вот, хорошо вышли. Офсайд! Офсайд! Ой! Что ты подсказываешь? Не надо, ребят, не надо. Сказали, чтобы это, не кричали. Ага, сказал Султаныч и кричит первых три минуты. Да. Ну, я! Человек на своё место встал просто. Всё, понимаешь? Молодцы! Давай, отлично. 1-0 повел Пересвет. Мурат Мехдиев номер один забивает. Вот в прошлой игре он играл правым защитником, и он ошибся, забили гол. Теперь он себя реабилитировал и встал на свое родное место. Левый практически нападающий. Проси, Карен, голос. Ребят, просите, голосом играем. Открываемся, открываемся. Давай, друг, давай, давай. Давай, Рома. Мурат, твоё место. Кершант подстрахует центр, да? Ребята, кто центр возьмет? Свободный или что-то?
В одно. Давай, Карен, дай мне! Йо-й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 о! Я в правой держи! Все! Все бьется! Дай я прошу! Ладно! Молодец, Роман! Рука! Рука, я и... Все, один! Молодцы, выходим! Блин... И тут, да? Нет, они жестко в мяч, видать, нога была порасслабленнее и мог дернуть мышцу. Колено, блин, сустав колена мог от этого от столкновения, этот, слышь, вот так накладка и вот здесь мог дернуть. Я думал в бах. Нет, они в мяч. Они в мяч вдвоем столкнулись, но видать нога была расслабленнее и отдала на колено. На сустав именно. Да, вот на эту штуку кто-то сейчас держит. Ё-моё. Илю! Только бы расходился. Неизвестно. Да. Спокойно. Да. Арань, где? Не даем бить! Ребят, внимание, добивание! Да, Калинич Андрей получил травму. Сейчас там врач решает, насколько серьезная. Ребята, кто в защите? Даня, подсказывай, друг. Защита назад. Ребята, вот и вот, это самое опасное. Самое опасное. Назад. Пускай лезет к игре, пускай лезет. А, там же врач. Он ушел уже. Давай себе. Все, спокойно,
Что там, Ром, у тебя что? Затай! Рукой! Че, Ром? А он на колено жаловался, когда после первой игры. Брат, куда? Молодец! Шагом вниз, сейчас ты так же получишь! Шагом вниз, туда! Ну, наверное, он говорит, заморозка пусть пройдет, типа посмотрит, болит, не болит, что там. Слушай, он реально жестко играет. В центре кто попросит? Колено. Он жаловался после первой игры на колено. А, там, да? Да. Дай мне, дай. Да вы что делаете? Агент, покрути 5 минут, я скажу, давай, спрошу, давай, что там. На место тебя Орлов идет. Толчок в спину. Набегаем, мужики, набегаем, да? Что-то сам сделаем. Где мы тут стараемся? Отлично, отлично. 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 Аккуратненько. Ну проще, да, он ему коленом, колено сбоку дал. Коленом сбоку колено его. Долго! Доиграй! Давай, забивай, Мурат, гол! Гол!
Опасный момент. Мурат Мехдиев бил. Травма Андрея Калиневича оказалась, слава богу, несерьезной. Ему сбоку колено. Игрок-соперник попал коленом. Своим коленом в бок колена. Так что все нормально. Давай. Хорошо. Хорош, Тёма. Вот так давайте. Вот это наша игра пошла, ребята. Давай. Давай шипёт сейчас. Хорошо, дай. Семин опасно бил головой поворотом соперника. Блин.
быстрее, набирайте. Молодец, Калин! Набирайте, набирайте, набирайте! Назад! Карен, верни! Не мешайте друг другу. Давай, Тёма! Пробуй, Калин. Сразу. И назад вы находите. Да, назад. Ух! И рука. Вообще вот так рука. Пробуй, Андрео. Пробуй. Не играй, блин. Ах, рано, блин. Подходит к концу первый тайм матча Пересвет Домодедово. Шор номер 12 Липецк. Пока впереди Пересвет с счетом 1-0. Мурат Мехдиев забил гол. Единственный на данный момент. Использовали. Пересвет с
Шор, номер 12, Липецк. Первый тайм окончен. 1-0 в пользу Пересвет. Перерыв. Начался второй тайм матча Пересвет Домодедово с Шор, номер 12, Липецк. После первого тайма 1-0 впереди Пересвет. Вроде и Андрей Калиневич, и Роман Цыпенко от болей в колене, наверное, надеюсь, избавились, так что оба на поле. Ой, хорошо. Фатеев Финзидана врубил. Нет, мотаться нельзя. Ах, черт, не будет. И, ах, ой, хорошо убрал финтом Андрюха Калиневич, двоих убил, ах, отворот. Тащили за уши угловой. Давай.
Забирай, забирай, забирай! Давай, давай, ну, пошел, пошел. Давай, 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 давай! Давай, ребят! Ах. Много на поле игроков. Быстрее меняемся. Пробуй! Заряжай! Неплохой удар Фатеева. В принципе, хорошая атака. Но нерезультативная. Ворота. И... Ну... Ну... Что такое опять? Что вам выходит? Сколько моментов? Ой, хорошо. О, раньше. Назад, вперед! Догоняй! Молодец, забирай! Умнички! Молодчага, давай! Миша, завалил! Да, 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 смотри. Таких мальчиков второй раз не хватило. Смотри, посмотрел вверх, встал. Пером без шкафчика. Очень. Да. Без свистка, без попытки сыграть мяч. Да. Мальчик под каким-то 18 номером очень красиво исполнил. Из-за этого Цыпенко получил желтую карточку. За исполнительское мастерство. Давай, 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 режь. Хорош, Калина. Не, Калина с этого края. Да. Я уже на это смотрю. На бурову. Да вы что? Внимательно. Двигайся! Давай, 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 давай. Хорошо, Ромка! О, рука же была. Смотри, и дернул, и рукой что хочешь. Тут что видно? За срыв атаки почему-то не дают. А, нет, дают карточку сопернику. Тренер меня услышал. Дистанционно. Как тренера воспитали, так они играют. Удалили нашего тренера. Да, за споры с судьями, что у них регулярно на поле по 9-10 человек выходят игроки новые, а те, которые должны выйти на замену, не выходят вовремя. И их не наказывают, а нашего тренера удалили за разговоры. Давай, я покручу. Спуститесь туда, у меня удалил. А я чего? Давай, давай! Нет, нет, я буду звонить, говорить. Давай, Ромочка!
внимательнее! Рома. Игры. Середина первого тайма. Пересвет Домодедова. Шор номер 12. Липецк 1-0 в пользу Пересвет. В первом тайме гол забил Мурат Мигдиев номер 11. Давай, давай. Уходи! Уходи, Данька! Ох. Даня хорошо прошел, корпусом придерживал игрока, но мяч с ноги слетел, можно так сказать. Ну! Ах! Ах, ошибка в обороне команде соперников, и, к сожалению, хорошо прострелил Карен Шушенян, но Мурат Мигдиев только краем носка дотронулся до мяча, не попал в ворота. Ну, Рома! Ну! Да что ж такое-то? Как я это называю, двойной удар. Тут даже тройной удар. Три раза могли забить. Два раза Цыпенко бил в одной атаке. И один раз кто-то еще не обратил внимания. Андрей, будь готов к пасу! Давай, Данька, давай, делай! Смотри. Даня Гергерт вышел один на один и не забивает гол, попадает в вратаря. Зрители бушуют в недоумении. Даня не дочитается шоколадки вечером от папы. Бей! Сильнее правой. Руки! Пенальти, алло! Пенальти! Андрюха, бей! Бей пенальти! Иди бей! Почему нет? Пусть бы ударил, раз заслужил. Андрюх, ну чё ты? Андрей Клинич бил поворот, попал в руки, бьет пенальти. Дриллер. 2-0. Назар Дриллер забивает гол. 2-0. Держимся, играйте дальше, держимся. Вы будете попадать прямо в часть поля. Нужно через одного кто. Лучше мои комментарии. Ой, давай, давай, давай! Ой, хорошо! Давай, Сим! Ай-яй-яй-яй-яй!
Ну, низ. Горик, давай! Ой, хорошо, ну. И... Ах. Неплохие атаки, но концовочка не всегда получается. Засадил, уходите вдвоем. Почти забил. Парада. Я бы сказал, уже раз пять сегодня чуть забил, блин. Куда, Геночка, иди? Чуть дальше, куда? Здрасте. Ну. Давай, выцарапывай. До конца. Прыжок. Хорош. Давай. Папа приехал. Финт. Нога прошла. Чей, ребят, аккуратно. Сейчас не разберетесь. Сзади. Хорошо, Семен финтанул. Ой, хорошая! Уходи! Трое вдвое. И... Вот это была хорошая комбинация от обороны до нападения. Раскатали в три паса. 3-0. Гол забил Роман Цапенко, номер 77. Андрей, иди выше. Да. Давай, Даня! О, вратарь совершил очень серьезную ошибку. Один в пустые ворота. Даня Гергерт вышел, но не попал по воротам. Бывает, ничего страшного. Счет позволяет, 3-0 ведем. Голы забили Мехдиев, Дриллер и Цапенко. Все, Данек, давай дальше. Даня сегодня без Макдональдс. Ух ты, надо дошел, а? Ну что так надо было? А ты сзади толку взять. Андрей, выше иди! Ах! Бах, и тренеру, судье попал в голову. Который выгнал нашего тренера. Отсюда? А за что? А? За мат? Нет, за то, что они постоянно, как в хоккее, большинство, они выходят на замену, пару человек, а те еще не выходят. Да. То есть по 9-10 человек на поле регулярно. Да. Тренер уже не выдержал, обратился к судье, судья его выгнал за это. Хорошо. Финт. Ай, чуть раньше. Хорош, Сёма. Андрюш, постарайся чуть выше. Счет позволяет. Чуть выше играть. Береги ногу. Давай, Сёма. Ой-ой-ой.
Ах, ну Даньке сегодня просто не везет. Никак он пенальти, пенальти, да. Не втолкнет мяч в ворота. Сегодня было уже очень много шансов у него. Никак не забьет. Значит, все голы будут забивать завтра. Лез, лез, лез! Дай мне! Ой, давай, давай. Андрей, иди выше! И! Ничего, ничего, нормально. Пойдет! Посильнее только! Отскок! Вратарь! Какой? Оп! Быстрее, быстрее, скоро взял! Быстрее! Ой, хорошо, хорошо, давай, по давай, флангу. Давай, давай, Закирчик! Ой, хорош, давай! Такие ноги разве отскочат? Дай мне, дай мне! Ух ты, давай, давай, давай! Ух, вратарь потащил. О! Ну, Данькину не везет сегодня. Ну, просто вообще все, все рядом, туда, сюда, куда угодно. Только не ворота. Я говорю, все голы забьет завтра. Давай, кто-то забрал. Андрюх, играй повыше, наших сзади трое, их двое. Мне кажется, нужно поставить на линию, сказать, забей. Да, да. Ну, бывают такие дни. У меня такие тоже ночи. Ничего. Завтра, говорю, забьет все. Ой-ой-ой. И... О, Закирчик хорош удал, лево еще пробил нормально, вратарь спас. Ой. Ух, хорош. Дай! 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 Че, я тут не крутил. Ай, не додал. У нас 2 минуты раньше. И дай! Все равно был. Андрюшка, блин, такой шанс. Да, Андрей Калиневич с 2 метров или полутора выше ворот. Андрей, бей! Есть! С 3-го раза забиваем гол. 4-й. Кирсанов, номер 55. Забивает гол. Четыре ноль. Пересвет впереди. Раньше, Ром, играй, играй. Ген, Ген. Ген, туда уйди, поле задеваешь. Дальше Ира или туда. Игра окончена. Пересвет Домодедова. Шор номер 12. Липецк 4-0 в пользу Пересвета. Завтра будут еще 2 игры. Всем спасибо. До завтра. С победой.